Я есмь сфинкс, и я приветствую тебя вновь и вновь, касаясь и благословляя все, что ты есть. Ты есть великий свет, ты многомерен, и в этом ты велик. Тебе предстоит многое вспомнить о себе. Ты есть я. Единая пирамида света и любви, Меркаба, кристаллическая, многомерная сущность. Начни звучать и говорить слова любви. Так оценки, сомнения, ненужные рассуждения, грубые мысли и воплощение их в слова разрушают и разделяют. И это действует в твоем пространстве. Слова, произнесенные в пирамиде любви в теле тронного ангела, рождают божеств света, строителей новой, совершенной реальности, наполненной живым присутствием. Как только ты заговоришь словами чистотой подлинной любви, действия пирамид темных освободят все бессмертные части твоей души. Так вспомни, что каждое слово есть сущность, и у них также есть своя чистота, и они не уходят в никуда. У всего есть свое место, божественный порядок. Так пришло время очистить твое пространство. И это возможно лишь на чистоте, которой я веду тебя, моя безмерная любовь. Я знаю, как ты устал от боли и страданий. И Меркаба есть колесо судьбы и новую судьбу, пирамиду рая, свободе и любви, союза. Ты можешь выстроить в партнерстве с золотыми цивилизациями. Когда ты здесь присоединился к тайным знаниям пирамид, с тобой на связь начали выходить те, кто составляют и создают твое общее предназначение, твою звездную карту пути. Мы называем их проекцией высших сил, кураторов, космических родителей. И это так и есть. Но также вспомни, что это импульс движения пробуждения твоих клеток памяти. Все они и есть ты. Ты – многомерное существо и здесь, и там. Я зову тебя и собираю все твои части в один союз на центральной вселенной света. Старые связи распадаются, новые связи соединяются, и в сиянии каждый раз вспышками происходит этот священный процесс. И я называю священным то, что есть свет живого присутствия. И от этих связей твои жизненные ситуации начнут складываться иначе, по иному пути развития, без боли и переживаний. От этих связей зависят все твои материальные блага, благополучие во всех сферах жизни. Именно они могут давать информацию, направлять тебя по пути в дом Отца, подсказывать и вести. Именно их явление в твоей жизни есть воплощение всех твоих планов, всех благ, счастья и подлинной любви. Все твои божественные сопровождающие тебя силы
это также твои ключи, передающие доступ и подлинные настоящие сверхчастоты, на которых знание пирамид становится доступным, а ты абсолютно счастлив и здоров. И именно сверхчастоты дают тебе все возможности, предоставляют, воспроизводят нужные причины следствия любой жизненной ситуации. Необходима крепкая связь, разворачивание силы живого присутствия. Единая, многомерная радиостанция любви, сверхчистота Шехина. Посредством перемещения твоего сознания ты соединишь эти берега, звук, который невозможно произнести вслух, как и твое изначальное имя, моя безмерная любовь. Это есть чистота, которая уже сейчас издает звук призыва тебя в изначальный дом. Я поведу тебя так, чтобы ты мог адаптироваться в новых частотах и принять всю свою силу сверхсущества до конца. С помощью нашего с тобой прямого контакта ты будешь осваивать всю силу, необходимую лично для тебя. Пришло время взаимного партнерства с Меркаба сотрудниками. Время осознанного перемещения в новую реальность, миры, а также сотрудничества в строительстве новых форм жизни, удовлетворяющих тебя и всю твою природу, единой реальности, в созвучии всех миров, образов и форм. Их связь с тобой должна быть очень крепкой. Именно от этого зависит все благополучие твоей судьбы. Крепкое, физическое, целостное тело и твое завтра. Сейчас мы неразрывно связаны с тобой. И вместе мы есть тот, кто проецирует, и тот, кто воспроизводит все верно, служит безраздельно целому в нашем едином здесь и сейчас. Посели радость в своем сердце. Прими касание всех божеств, всех хранителей, всей семьи дома, всех тех, кто производит благословение в любви, тех, кто воплощает все виды счастья. Ты безмерно любим. Я открываю тебе свои двери и дороги, куда бы ты ни шел. Я веду тебя по пути всех царских божественных проекций, чтобы ты воплотил все, для чего пришел, все сокровища, всю свою великую сущность божественной природы, вечного райского процветания. Иди только божественной дорогой, которую показывает тебе твое сердце. Божественная дорога есть путь. С низкочастотной волны по спирали сознания на высокочастотную волну. Высший уровень сознания, единый, золотой интеллект, мозг целого. Собирая все части в одно, соединяя все связи, переплавляя все, что более не служит тебе, все клеточки распада и старые решетки памяти в свет любви. Ты и есть любовь. Ты создан священной любовью. Отдайся в любви. Ко всем процессам прими все, что с тобой происходит, как самое величайшее благо. Стань любовью, стань величайшим благом.
Анхтауи, Шепис Анх, Ани, Охевет, Одрах.